Снова всем привет, ребят. Это интернет-магазин Шик и наши небольшие обзорчики. В прошлом обзоре, который я для меня снимал 2 минуты назад, мы смотрели Meizu M1 Note. Ну, к сожалению, видеозапись оборвалась там в конце. Джойстик, уже на джойстике я тестировал асфальт, потому что запись уже была более 4 гигабайт, поэтому автоматом оборвалась. Я снимал на S3. Ну, ничего страшного, что сейчас по-быстрому о нем дорассказываю. Вот они, следующие лежат в коробочке. OTG поддерживает без проблем, то есть сможете любую флешку сюда подключать, просто что другой вопрос, не сильно удобно. То, если бы карту памяти поддерживал, карту вставили, да и забыли, но флешки есть флешки, OTG. Функция поддерживается, ну спасибо и на то. В принципе, и в MX2 у меня поддерживается, во всех их поддерживается. Ну, по остальному, смотрите, там джойстик, все нормально, я думаю, вы разберетесь. Но этот обзорчик там на 3 минуты я хотел посвятить другому. Многие спрашивают, какие аксессуары можно купить на S3, Xiaomi S3, Xiaomi JU и так далее. Смотрите, ребят, на текущий момент что доступно из такого более-менее нормального. Первое — это задние крышки. У всех вас, у кого уже есть S3, он выпускался исключительно в черном цвете. Пока белых нету, планируется еще белые. Но есть оригинальные белые крышки, мы в обзоре уже показали вам, снимал я. А также крышки есть, вот видите, такого темно-синего приятного цвета. Давайте я сейчас заменю. Ну, белый вы уже видели, кто прошлый обзор не смотрел. Сейчас оденем и белую крышку. В принципе, чтобы вы поняли, как будет выглядеть телефон. Белый, конечно, придает такой нарядный вид телефону. Для меня он становится еще красивее, чем был. Смотрите, крышка оригинальная, то есть Xiaomi завод их и выпускает. Станет без проблем, будет такого же полностью качества, как и ваша крышка. Есть они у нас в наличии, по-моему, 7-8 долларов, что-то там до 10 они стоят. То есть кому надо, кто боится там, что крышка поцарапается или еще что-то, купить, например, новую крышку и ходить там менять, либо еще как-то. Либо одну положить в ящик и забыть до продажи телефона. А во второй ходить. А как будете телефон продавать, то одеть новую крышку. Естественно, вид телефона будет идеальным. Вот так вот он выглядит. Ну, все крышки на этом телефоне надеваются, снимаются, вернее, одеваются еще терпимо. Снимаются довольно-таки туго, с непривычки. Очень тяжело. Этот цвет тоже довольно-таки интересный. Ну, мне нравится тоже побольше, чем черный. Смотрите, как выглядит красиво. На нем, кстати, меньше, чем на черном. Практически, видите, не видно отпечатков. Они вот моментально исчезают. На белом также не видно практически ничего. На черном посложнее. Здесь вот более видно уже. В принципе, по крышкам это все. Какие еще варианты? Ну, чехлы книжки, то чехлы книжки. Вот силиконовые оригинальные чехлы. Вот так они выглядят, полупрозрачные. Тоже от Xiaomi. Полные вырезы, все. Оригинальный чехол, вот вы можете отличить по надписи Xiaomi. Вот на вот этом вот ободе. Кнопки, все нажимается. Здесь вырезы под вспышку, под камеру. Внизу вырезы под динамик. Чуть-то нас нахлёст там идет, видите, чтобы если телефон упадет вот так вот, либо боком, экран все-таки защитился. Представлены они в нескольких цветах. Вот так будет у вас выглядеть в черном. Голубой цвет. Ну, они все хотя полупрозрачные, но видите, практически полностью не скроют реальный вид вашего телефона. Только вот здесь он чуть будет просвечиваться. В остальных местах уже не будет, в принципе, видно, какая цвета у вас крышка. Вот такой веселенький желтый цвет. Довольно-таки неплохо выглядит. Получается, еще белый есть вот такой вот. В принципе, вот так. И Xiaomi выпускает, мы уже упоминали в обзоре самого телефона,
стекло, пленка стекло для своего аппарата. Рекомендую, конечно, ее покупать, потому что при нынешнем курсе доллара, как в России, так и в Украине, да и в Казахстане, много ребят, откуда нас смотрят, Беларусь. Экран здесь ОГС, то есть состоит из дисплея плюс тачскрин. Отделить смогут отдельно только специалисты. Скорее всего, если разобьете, вам придется менять полностью все в сборе. Поэтому рекомендую не пожалеть там 8-7 долларов купить вот этот наборчик, тем более он оригинальный. Содержит вот алкогольная салфетка, чтобы обезжирить ваш экран. Тряпочка протереть. Вот это вот наклеечка и само стекло 0,3 мм. Вот да, оно вот так вот напоминает, как пластик не гнущийся. В принципе, тяжелого особо ничего нету. По-моему, толщина у него 0,3 мм, если не ошибаюсь. Посмотрите потом в описании. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что тут у нас. Ну, нигде не пишут, но я думаю, примерно так, как и во всех подобных стеклах. Протерли экран. Пленочку вот эту наклеили. Сдерли там вдруг какой мусор или что есть. Ну и отсюда уже стерли, разгладили и так далее. То есть штука нужная, я же говорю, при стоимости экрана примерно 100 долларов, я думаю, со старта будет плюс-минус. Это пол телефона, но это как бы сумма очень и очень большая. Думаю, лучше вам экранчик защитить, стекло будет отличное, ничего не будет видно, мешать оно никак вам не будет. Так что вот так вот, пока по аксессуарам это все, что есть. Ну, в будущем, конечно, будет ассортимент расширяться. Все, спасибо вам, давайте, ребят, до встречи.